Всем привет-привет! С вами Белич Татьяна, интернет-проект Faberlic Online. В этом видео коротком хочу показать, как я работаю, какое у меня рабочее место. Я мама в декрете, у меня двое детей, дочка и сын. Сын ходит в садик, дочь вожу в школу на индивидуальное обучение, так сказать. У меня ноутбук, обычная клавиатура. Мышка беспроводная, лежит каталог. Здесь все обычно. Сейчас уже 20:00 вечер. Ждем папу с работы. Я немножко поработала. Кто-то даже мне прислал сообщение. Как дела? Какой-то не русский. Не нужно. Мне такие люди не нужны. То есть смысл в том, что я мама в декрете. Я целыми днями нахожусь с ребенком. И тем самым работаю в интернете. Сейчас, на данный момент, давайте посмотрим, чем же занимаются мои детвора. Один стоит, смотрит телевизор. Отойди от телевизора. Разложился пазлами. Дочка складывает пайетки. Как все, как у всех, мультики, пазлы. Вот. А я за дверями тихо сижу, работаю в интернете на проекте Faberlic Online. Поэтому, девчонки, если хотите находиться целыми днями с детворой со своей и видеть их и утром, и вечером, и ночью, и днем, присоединяйтесь к нам на проект Faberlic Online. И мы вам расскажем и покажем, как осуществить свои мечты. С вами была Белич Татьяна. Всем пока-пока.